Dale. Ну, тело ночью справилось, это фигня с лампочкой. Нет, не справилось. Ладно. Надо видеть ремень. Ёбаный сырник! Сейчас я немного там переполнил свою штуку, но ничего страшного. Я здесь под 90 еду. Чё за дядька тут посреди дороги идет? Ты нормальный вообще? Самоубийца какой-то. Я не выключил. Ладно. Попробую дать ей жару. Сколько до сотки возгрузится? 60, 70, 80, 22, 90, 100. Ладно, включу пониженную передачу. Она начала довольно хорошо нагреваться. Видим сотку, пока не дымит. Значит, датчик шлит, поэтому можно даже дать газку. Ну, вроде бы третий. Давай уже. Четвертый. Третий давай. Лучше бы не дыхтил. На 30 градусов не падает температура. На холостых. Едешь? Температура растет. Пиздец. Блять, я не ту передачу убил. Хотел третью убить. Поршень вылетел. Да и поршня вылетел. Подумался. Да. Первый, второй, третий поршень вылетел. Только четвертый уже остался. Пожалуйста, открой дверь. Едет неплохо. Бака, правда, но это не зелёк. Косу... Всё-таки ездить я не научился. Пожалуйста, только... Приплыли. Пожалуйста. Фух. Опять всё будто бы не потратил. Девочка всегда пока. Ладно. Спасибо. Это 95 за час. Так. Вот три поршня. Три поршня. Раз. Бац. Бац. У тебя вкладыши я вижу. Потому что они у меня. Целый косарь. Я мог близкий дольчик взять. Так, нам надо снять лишние силы.
Санди. Я бодрый, блядь. Смотри, как более обратно, блядь. Блять, несет, не знаю, как зиме. Чё? Что делать? Но вот эту отличную резину, этот диск красивее. Ну ладно, фастом купить, поменять, наверное, еще фастом этот фильтр, думаю, будет нормально выкрутить. А ну что там помашу вот этим маленьким маслом и живет там. Всегда не валяется. Потому что смотрите, там полный бенефат, да, видите, уже там чуть-чуть будто бы нету. Давайте закрутим это масло. Масло. Закрутим это масло. Ладно. Так, отлично поставил. Все. Комнату поставить. Но с комнатой проблема. Елка помыть больше нельзя. Это вот эти грязные лапы. Это пиздец. Ладно.